Спонсор показа – зоомагазин «Умка». Товары для собак, кошек, грызунов, птиц и аквариумных рыбок. Здесь вы можете приобрести товары в подарок для животных из приюта. Зоомагазин «Умка», проспект Ильича, 11. Так малыш Винчи передает зрителям привет и просит обратить на него внимание. Котенку всего 5 месяцев, но за это время в его жизни многое произошло. Его нашли на улице вместе с братиком, который уже обрел свой дом, а вот Винчи все еще ждет нового хозяина. Котик жил на передержке, где его успели научить хорошим манерам и социализировали. Он котенок спокойный, то есть не шустрый такой, не сильно активный. Ему бы полежать, понежиться надо, но вот такой он малыш, спокойный. Надо, чтобы люди уделяли ему внимание. Ну, хотя побегаться и поиграться он тоже любит, как бы гоняет мячик и бегается тоже тут. А этого серьезного кота зовут Ефимка. Его выбросили на улицу в районе приюта. После такого предательства любой бы озлобился на весь мир. Сейчас котик в основном лежит, спит и старается ни с кем не контактировать. По характеру он, конечно, парень сложноватый, на ручки не особо дается, поэтому его желательно в дом, ну, где, может, нет маленьких детей, то есть уже или постарше, или уже совсем взрослые люди. В принципе, с котиками он как бы нормально, если к нему никто не лезет. Но, конечно, если он не в духе, то может, конечно, он подойти и тоже как бы, ну, устроить разборки. А эта кроха в белых носочках – Асенька. Ей около года. По характеру девочка не игривая, ей больше интересен сам человек и общение с ним. Вместо совместных игр с сородичами она выбирает нежиться на ручках. Она девочка спокойная, ручная, просится на ручки вообще. То есть даже прыгает, вот наклонишься, она на спину может запрыгнуть, как бы вот, ну, тянется к людям. Первоуральскому приюту нужна помощь умелых рук, чтобы сделать несложный ремонт в кошачьем филиале. Если вы можете оказать такую услугу, хвостатые будут вам очень благодарны.